Всем приветик! Давно меня не было с вами. И тут я, Света, с рыбой. Окунь горячего копчения. Его, конечно, с чем-то нужно, но что-то мне нельзя. Беременна. Ну, это временно. Ну, еще надо говорить на человека. Обалденно, кстати. Кто меня ждал, тот ждал. Кто не ждал, тот не ждал. Смотрите, какой цвет. Там еще духовой шкаф будет. В общем, в Телеграме скинула, когда мы собрали. Кому-то не понравился цвет. Ну, он так не придает. Он поярче. Он яркий вообще. Больно вызывающий. Я бы такой не взяла. Да. Как у Светы ногти. Ну, а что, под АОС. Я АОС таким цветом. АОС таким цветом. Под него и делала. Я ж дома хозяйка. Все. Мне говорили. Ты когда на работу больше выйдешь? Машинка там стирается. Сейчас щи сварю. Это единственное, что я постираю. И щи сегодня сварю. Если сварю. Должна сварить. Кто-то давно ждал рыбу. Ну, жареную, я так предполагаю. Чтобы я в ней ногтями поковырялась. Расчленяла. Мой уже жареный был запах. А, так, кстати, мы моем купили. Который я не люблю. Вы знаете, это что, я моего вообще ненавижу. Ну, могу съесть, знаете, с таким очень сильным недовольством. Вместо моего мне вот муж купил окунька горячего копчения. Да? Кайф. Мы как-то, короче, брали, вот, ну, не больно давно, да? Шкричка была. Месяц назад, наверное. Мы брали около Магнита. Там был лещ. И что там? Что мы брали? Какую рыбу? Короче, здесь есть нечего. Еще люблю расчленять бошки эти. Но тут что-то особо. А, ну щечки. Хищный мы брали? А, вот этот хищный же. А там что мы брали? Лещ. Леща. Он был пересоленный. И мы половину выкинули. Он даже с пивом не шел. Вообще никак. В общем, я только щечки сейчас заберу здесь. Возьми пакетик себе. А зачем мне пакетик сюда? А мне зачем сюда? Ну, выкинешь потом. Ну что, поставь и кидай. Ну что, жалко тебе? Ты жопишь пакет. Я не жоплю. Что-то пошвырят мне здесь, блядь, всякой херни, блядь. А вдруг потом швыряешься на стене? Захочется. Порубки. У меня были такой цвет ногтей. Предыдущий не был. Ну, что не ешь. Предыдущий у меня не хочу. Предыдущий... Ешь. Ты слепой, блядь, хуй. Определяет, что? Да. Что хотела сказать, уже ты меня сбил. Кайф, вот это кайф. Это мы брали в бойлерном. Вообще шикарно. Сладкое-сладкое. Это будет мой ужин. Я сегодня ничего не ела. Ну, конечно, не все сожру. Самый смак. Что ты, блядь, кости одни, блядь? Все тебе не нравится. Так, давайте, знаете, что сделаем? Я люблю вот такую я. Херакс пополам. Эту красоту. Коготочки сейчас. Коготочки. Все, Свет уже заговаривает. Кирилл. Кирилл. Не ныряй. Кирилл у нас в ванной. Купается. Не к столу сказано, я про Тайсона хотела рассказать. Это просто какой-то жесть. Вчера выгулили собаку. Домой привели. А там на нем
только блох. Они прям сверху, представляете, скачут на нем, как наездники. Скажи ему. Я сейчас приду. Ну там без толку, даже сходи. Сходи. Не понимаешь, что это ребенка. Ты не понимаешь меня, да? Я в шоке просто, я даже от мужа. Можете, отдельно спала, потому что знаешь, что Тайсон у нас будет спать на кровати. Это 100%. Но муж с ним в обнимку спал. Как его не скусать там? Он прям рядом скакали. Мы Кирилла Тайсона вымали. А, но в основном на нем все осталось. Сегодня приехали с работы, купили офигенный препарат. Намазали его. Я думаю, все будет норм. Он успокоился, как лежит. А это вообще жесть просто. Вы не видели. У меня вот так-то всяким насекомым страшняк. А тут еще за 2 года я первый раз... Что-то нос чешется. За 2 года, короче, первый раз я увидела все это. Взаимно. Ой, блаженство. Мы когда в Москве были, мы всегда брали, да? Сломать можно было? Каждый день брали, да, практически? Ну, не каждый еще. Ну, раз в 3 дня. 100%. Ну, иногда привозили, она вообще такой же сладкой, прям сладкую рыбу. А как-то привезли пересоленную, как мы здесь взяли, да? А еще раз так охоту сразу покупать. Ну, думаю, нафиг. Деньги только выкидывать. Там она, естественно, дороже была. Это просто кайфец. Брали цвет просто сиреневый. Выбирала цвета гарнитура. Сначала хотела зеленый. Потом подумала, ну нахрен надоест. Думаю, сиреневый лучше. Мне кажется, понежнее. Мы, кстати, заказали фартук уже. Должен в понедельник приехать. Поставим фартук. Сейчас фартук вам покажу. Там наверху тоже ящичек. Просто не вовсю его. Я поставила. Там будет вытяжка. Там вытяжка будет. Катя, уже без костей, без всего. Будешь? А. Хотела. Это же мне брала. А он себе взял свою плечу. Это. Так она... А, копченая была. Вяленая, да? А та сушеная же была. Нет. До этого когда-то. Вяленая, короче, это. А, та усушка была, я так понимаю, от этой. Что вам рассказать нового еще? Ничего у нас нового больше нет. Да? Ничего нет? А, Криська у меня приезжает в воскресенье. Завтра день молодежи. Пойдем куда-нибудь? Мы с Кириллом сходим, наверное. Если встанем. В парке энергетик говорят, что там мероприятие какое-то будет. 7. Ты будешь меня? Мы пойдем. Наверное. Потом тоже. Хорошенько. А? Да, конечно. А я при чем? При чем здесь я и клей? Как будто у тебя прав нет. Да. У Кирилла у нас скоро день рождения. 6 июля. На следующей неделе, в субботу. Мы собираемся ему заказывать телефон. Ему будет 10 лет. Мальчишка уже взрослый. Юбиляр.
оставались все не новые. Мы тогда себе айфоны взяли. У нас два года, даже двух лет не проходил, да? Года. Двух, наверное, даже не проходил. В смысле? Два года проходил, да? Но не больше. Мы же в деревне жили, когда купили. И уехали. Ты в Москве 4 года жила. А по айфону ты купил напоследок, что ты в Москве была уже. Ё-моё, вот это память у меня, класс вообще. А почему я с ним жила? Ты айфон ты, блядь, купила, блядь, почти перед уездом. Ты там, наверное, год еще не прошло там. А мы, значит, перед уездом как раз таки купили, наверное, да? Да, перед уездом как раз, наверное, покупали. Почти. А до этого телефон даже теряла, представляете? Ну, это, мне кажется, многие так делали. Посадила... Кириллка маленький был. Посадила его в машину. В люльке, в автолюльке. Надо было везти мамку, да, на работу, в другую деревню, в соседство. Почему только я сажала Кирилла эту машину, я вообще одного не понимаю. Может, ты в ночь был? Да не было, что ли? Я не помню. Короче. Телефон потеряла, почти новый. Ключи от квартиры потеряла. Все потеряла. Целый комплект, блин. Этого можно было не говорить. В общем, я положила его на крышу, этот телефон. Ну, Света поехала. Знаешь, тебя не было. Маша, блядь, растеряешь. А потом уже, наверное... начали искать, когда ты с ночи уже был. 8 вечера. Ну, что ты мне найдешь? Ну, прям мне ультралайт был, да? Легкий, короче, прям такой тонкий. Сзади спинка. Вообще такая шикарная, белый телефон был. Ну, назад бы я не вернула бы его. Если бы сейчас мне сказали, Свет, мы нашли его, на, возьми. В общем, пишите, как моя кухня. Понравилось, не понравилось цвет. Под цвет я имею в виду. Ну, полностью не видите, потому что у меня телефон вот так вот стоит, а не вот так. Не люблю я, блин, так. Хоть убейте меня. Вот. Всем хороших выходных. Особенно пятницы. Ждите меня в эфире. Я шучу, конечно. Возможно. Будет настроение выйти. Всем хороших выходных. И вас всех целую.